пополам, жизнь богатая музыкальными памятниками. На нашем теплоходе к вашим услугам бар, ресторан, дискотека, музыкальный столовый. Желаем вам приятного отдыха. Здесь же намного лучше. Давай выпьем шампанского на свежем воздухе. Красота какая! Свет, я тоже на дискотеку пойду. Буду я одна в каюте. Ну, давай! Давай! Огурчик! У меня дядька, он лесник. У него там вообще все схвачено. Баня, охотничьи угодья. Мы с тобой такого лося завалим. Куда мы едем? Там хоть эти лоси-то есть? Да уже привязанный стоит. Мы не лося, так кабана завалим. А валить-то чем будем? Салоги. Наливай. Давай. Ага. Оп. Вещь. Ух, ё-моё. Ни хрена себе. Многозарядная? Ага. Снайперская. Почти. Дай-ка посмотрю. Руки убери. И вытри сначала. Завтра. Ребят, это завтра. А сейчас... В отрыв! Кайфово тут у вас. Я первый раз на корабле. Угу. С мужиками на охоту едем, да. Что заказывать будем? Опа. Что заказывать? Слушай, сделай бутылочку водки, три рюмашки, ну, там, закусить что-нибудь. Девушка, хотите конфетку? А вы воду пьете, девушка? У нас там... вы знаете, мы там с друзьями великолепно отдыхаем. Ладно. Слушайте, девушка, пойдем на дискотеку, а? Ладно. Тарелочку занесу. Не знаю. А какой глупый, ни одной загадки отгадать не можешь. Это не загадки, а головоломки. Хорошо, вот тебе самое легкое. Давай. Возле лужи сидели 36 воробьев. Угу. Подкрался кот, схватил двух. Сколько осталось? Так, 36 минус 2 будет 34. Но это наверняка неправильно. Подожди, воробьи возле лужи сидели? Возле лужи. Угу. И плавать они не умеют. Не знаю, не проверяла. А кота как звали? Васька? Балбес его звали. Сдаешься? Текс, это кто это здесь так со взрослыми разговаривает?
Ну-ка, бегом в каюту. Давай, 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 бегом, бегом к родителям. Ну зачем ты так? Мы же шутили. Слушай, Петюня, нам что, заняться нечем? Давай-ка, вмажем по одной. Кстати, где Вован? На дискотеке. Супер! Сейчас мы с тобой по одной накатим. Ага. И я тебе идею расскажу. Какую? Будет что вспомнить. Пьем. И идем за мной. Давай, Петюня. Заходи. Сейчас мы посмотрим, что там у него за многозарядное с оптическим прицелом. Лёх, может, не надо? Вован же сказал завтра. Так может, завтра? Чё ты его слушаешь? Чё, он тебя папа, что ли? Давай ещё фотик. Ну что, вспомним школу. Урок НВП. Так. Оп. Фото на память, а? Петюня, камон сюда! Так. Давай фотик, я тебя щелкну. Mm-hmm. Сюда, сюда становись. Оп. Стоп. О-о. Это дай сюда. О-о. Давай улыбайся. А? Отлично. Ага. Давай еще раз. Mm-hmm. О, давай теперь я. Давай. А? Так. Пошли на нас! Давай вот здесь! Ага! Только в полный рост! Подойдите! Здесь руку давай! Вас не укачало? Нет. Первый раз на Ладоге? Ну, я даже не знаю, в какой. Я здесь выросла. А я в первый. Меня, кстати, Диму зовут. А меня Марина. Очень приятно. Вы даже не представляете, насколько мне приятно. Ой, бросьте. Стой! Как красиво. А вот посмотрите на воду. Как будто бы в нее кто-то золото налил, правда? Да. Вообще, знаете, если бы не тучи, мы бы с вами увидели потрясающий закат. Девушка, сфотографируйте меня, пожалуйста, с другом, а? Ой, я не умею. Да что тут уметь? Вот на кнопку нажмете и все. Давай я тебя сфотографирую. Подожди, а что с тобой разговариваю? Я разговариваю с девушкой. Девушка, ну я вас прошу, очень. Нет. Подождите, пожалуйста, в баре. Я сейчас объясню человеку, что он не прав, хорошо? Я не понял, ты чё, мужик? Девушка не хочет, не надо. Хочешь сфотографироваться, дай камеру, я тебя сфотографирую. Я не просил тебя фотографировать. Со стволом здесь ходишь? Подожди, мужчина, ты чё, крутой? Люсь, глянь, совсем озверели. Да. Подожди, я пойду разберусь. Я тебе разберусь. Тебе что, больше всех надо? Люся. Да у них ружье, разве ты не видишь? Ну-ка, пошли в каюту. Ой, вот привязался. Что, выпивший? Да что ты меня учишь, а? Петюнь, ну-ка, подержи. Да! Не дури, опусти оружие. Че, обделался? Оно не заряжено. Не заряжено. Было бы заряжено, я бы тебе сделал. Вышли на палубу. Ничего никого не трогали, ничего не делали. Лёха взял ружье. Я не хотел ничего делать. Я тут ни при чем. Пошли.
Кто стрелял? Я. Ты что, козел, со мной сделал? Ты тут при чем? А ты понимаешь, что ствол на меня зарегистрирован? Ты! Ты убил человека из моего ствола! А я месяц назад ушел из органов! Я бывший мент! Ты знаешь, что с ментами делают на зоне? Зачем, козлы, вы взяли ствол? Фотографироваться. Ты мог вытащить обойму? Я вытащил обойму! Значит, ты затвор передернул! Я не передернул. А кто передернул? Я не помню. Вован, что делать будем? Вставай. Они там, на палубе, возле бара. Пьяные сильно. Они человека убили. На берег уже сообщили. Быстрее давайте! Быстрее! Помогите! Помогите, пожалуйста, человека убили! Ногу! Помогите! Мамочки, помогите! Ну что у вас там? Он не может! Ну давай, взяли! Ну-ка, оставьте его! Мужик, отдай винтовку. Как раз наоборот. Это вы сейчас дадите все свое оружие. Это вещдок. Не, ну хорошо, можешь не отдавать. Просто выброси в воду. Вова, ладно. Че спорить? Нет. Молчи. Ну-ка, боцман, вяжи их. Валим! Куда? Ты что, мужик, без патронов будешь стрелять? Ну-ка, назад! Вы мне за Степаныча ответите. Назад! Тело за борт этих в каюту. Мне тебя терять нечего. Ну-ка, сели быстро. Сели. Дернитесь и бью. Леш, посмотри. Ага. Сидеть! Отпусти, ну отпусти нас! Сиди, боцман! Я все отмыл. Брось тряпку. Брось. На, держи. Зачем? Зачем оно мне к чему? Слушай, ты, слизняк. Затвор же ты передергивал. Нет. Кровь с палубы стирал. Труп за борт выбрасывал. Так что печенье. Срок за соучастие у тебя уже в кармане. Это я тебе как бывший мент говорю. Понял? Отпусти меня. Мы же друзья. Друзья. Отпусти друзья, меня, Петюня. Возьми ружье, пошли работать. Мы теперь все повязаны. Леша. Леш, пошли. Пошли. Петюня посторожит. В милицию сообщили? Да, Кирилл Саныч, они уже едут. Флотский спецназ тоже в курсе, скоро будут. К
как ваша служба пропустила оружие на борт? Ружья наверняка были зачехлены. И вообще у нас здесь не аэропорт. Кстати, сколько раз я говорил, что охрана должна быть на каждом судне без исключения. Здесь не до экономии. Кирилл Саныч, Ладога на связи. Переключи на меня. Переключаю. Ладога, это Сутягин. Следуйте в ближайший порт. Милиция вас будет ждать. Где вы сейчас находитесь? Координаты. Сообщаю координаты. Тихо! Мы находимся... Ладога. Никаких координат, никакой милиции на берегу. Ладога, отвечайте, Ладога. Ладога, дай. Почему молчите? Ладога! Судно Ладога. Захвачено. Пассажиры у меня в заложниках. Появится спецназ или менты, я буду стрелять. Ясно? Что вы хотите? Не твое дело! Мы тут сами разберемся. Патронов у меня хватит, капитан будет первым. Все! Черт знает, что такое. Не слишком ли круто? Да вам правда? Какие нахрен заложники? Заткнись! Давай, капитан, причаливай к берегу. Мы сейчас сойдем, ты про нас забудешь. К берегу пристать не получится. Почему? Судно слишком большое. Тогда греби, куда получится! И не вздумай время тянуть. Иначе трупов на корабле будет больше. Связи с судном больше нет, но координаты мы зафиксировали. Садитесь, товарищи. По данным локационной службы, корабль движется переменным курсом. Что это значит? Возможно, повреждено навигационное оборудование. Тогда им вообще не сориентироваться. Что именно произошло в капитанской рубке, мы не знаем. Может быть, судном управлять уже некому. Все может быть, исключать нельзя. По логике, преступникам надо как можно скорее покинуть судно. Они подойдут к берегу. Пусть высаживаются, мы их встретим. Отпадает. Во-первых, пока они будут там болтаться по воде, еще не то натворят. Их надо обезвредить на корабле. Подойдем на катере, возьмем еще тепленькими. Кругом открытая вода. Пока вы будете подходить, они еще чего-нибудь выкинут. Вы согласны взять ответственность за жизнь заложников? То-то и оно. Подходить надо скрытно, под водой. Булатов, придется тебе. Беретесь? Так точно. Вот только у нас тут не война. Стрелять можно только в самом крайнем случае. Желательно вообще без стрельбы. Преступников надо обезвредить, а не уничтожить. Вас понял. Разрешите идти? Добро. Ждем ваш план действий. Вот такой у нас выходной. Кому сказать? Из-за трех придурков спецназ по тревоге подняли. Боевая операция? Против кого? Отставить нытье. Разгружайтесь, давайте. Вован, зачем нам заложники? Леша, заложники нужны для того, чтобы капитан делал то, что нам нужно. Да? И что же нам нужно? Сейчас самое главное — сойти на берег. Блин, поохотились. Леша, 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 Леша. Мы больше никого не убиваем. Нам деньги будут нужны. Разберемся. Давай. Пошли.
почему из-за каких-то пьяных идиотов мы должны сидеть в каюте? Давай. Тихо! Да вы что? Тихо! Вы что вообще делаете? Не будешь дергаться, никто тебя не тронет. Тихо! Леша, барсетка. Вижу. Возьми барсетку, мужик. Толенька, отдай. Быстрее! Высыпай на стол. Вот так. Леша, что там? Есть зелень. А ну-ка быстренько встали и пошли. Встали. И пошли. На выход пошли. Спокойно. Давай. Спокойно. Давай. Спокойно, ребята, идем. Идем за мной. Идем. Че стоишь? Нам заложники нужны. Ага. Ты мою загадку отгадал? А? Отгадал. А зачем тебе ружье? Воробьев стрелять. Пойдем покажу. Куда? Здесь недалеко. Катя. Кать, ты где? Давай. Кать, ты куда? Давай сюда, все к стойке! Не трогай! Ну проходи, все к стойке, быстрее, я сказал! Быстрее иди! Всем сесть! Петю, не привязывай их! Ну что стоим, садимся! Бежи! Быстрее! Полный корабль людей, а до нас никому нет дела. Видишь, Люся, никому больше нет дела, пока не коснется. Батя, сближение критическое. Входим в зону видимости судна. Оно идет малым ходом прямо по курсу. Рановато нам себя обнаруживать. Багира, готовь систему слежения сотовой связи. Есть. Попробуем узнать, что происходит на судне. У меня все готово. Есть контакт. Алло, милиция. Это, говорят, с теплохода. Мы захвачены. Девушка, не волнуйтесь. У нас убили человека только что. Все под контролем. Постарайтесь связаться с капитаном. Нужно остановить судно. Хорошо. Капитан слушает. Алло, это капитан? Это пассажирка из 14-й каюты. Я дозвонилась до берега. Меня просили, чтобы вы остановили корабль. Понял, спасибо. Девушка, запритесь в каюте и никуда не выходите. Машина. Вахтенный механик слушает. Экстренная остановка двигателей. Реверс назад. Понял. Черт.
На, Петюня. Заряжено. Ага. Ну? Ну что, накатим? О! Чё сидим? Вован. Чё сидим? А что делать? Лоси привязаны. Петюня их писать водит. Ты что, не врубаешься? Корабль стоит. И что? А мало ли, мы же далеко уплыли. Идиот. Давай, Вован, накати. Хватит бухать! Иди к заложникам, смотри, чтобы не рыпались. Ладно. Так, взял ружье и давай на палубу, смотри в оба. Угу. Куда смотреть-то? Кругом смотреть! Если что, стреляй! А ты? А я с другого борта. Хазар, ждешь нас здесь. Заберешь нас по моему сигналу. Без моей команды к судну не приближаться. Понял, командир. Может, хватит пить? Заткнись! Ты кто такой, мужик? Ты кто такой, чтобы мне указывать, а? Не трогайте его! А может, ты тоже хочешь выпить, а? Отстань от человека! Тихо, 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 адмирал! Ну? Не буду я с тобой пить. Ну, давай выпьем. Тебе что, западло? О-о-о! Ему нельзя, у него сердце. Пожалуйста, давай, отпустите. Давай, мужик. Я вас умоляю. Что же вы над ним издеваетесь? Будешь ты пить, мужик? Будешь? Сейчас. Сначала я, а потом ты. А теперь ты. Все, мужик, все хорошо. Иди отсюда! У вас в заложниках моя сестра, младшая. Отпустите ее, пожалуйста. Меня возьмите, а ее отпустите. Пожалуйста. Делать мне больше нечего. Одну отвязывать, другую привязывать. Иди отсюда! Я же не просто так. Может, вам деньги нужны? Возьмите, здесь 4000 рублей. Вот крестик, он золотой. Возьмите. Отстань по-хорошему, Вован все равно не разрешит. Уходи! Можно я с ним поговорю? Иди отсюда! Thank you.
Девушка, успокойтесь, кричать не надо. Идет операция по вашему освобождению. Если поняли, кивните. Где находятся заложники? Их держат в баре наверху. А остальные пассажиры попрятались по своим каютам. Все боятся. Почему вы здесь? Мне сестра в заложниках. Я ходила в рубку, думала, капитан может помочь, а его нету. Как выглядят преступники? Трое парней. Вы их сразу узнаете. Все с ружьями и ведут себя как придурки. Придурки и есть. Только вы их не убиваете, они просто запутались. Разберемся. Вас как зовут? Света. Света, идите к себе в каюту, закройтесь и сидите тихо. Мы с Багирой идем наверх к заложникам. Проводим разведку на месте. Прикрывай нас, как понял. Понял тебя. Я на нижней палубе. Закрываться надо. Извините. Сидеть! Руки! Слушайте, вам нужно бежать отсюда. Оставьте заложников и бегите. А что ты так о нас заботишься? Не о вас. Там наверху моя сестра. Оставьте их всех и спасайтесь сами. От кого? Ну, вдруг начнется штурм, стрельба. Кто-нибудь может пострадать. Заложники ведь ни в чем не виноваты. Ну, пожалуйста. Слушай, ты мне что лапшу на уши вешаешь? Ты что видела? Говори. На корабле военные, понял? Я с ними разговаривала. Они вас как идиотов поубивают. Бросайте заложников и убегайте. Петюня, ты где? Петюня! Петюня, ты где? Лёша, на корабле Петура! Держи заложников! Иначе хана! Ну-ка, заняли! Тихо всем! Тихо! Менты, козлы! Только суньтесь! Я их всех урою! Всех! Всех грохну! Я не шучу!
Снаружи его снять не получится. Он за стойкой бара прикрывается заложниками. С перепугу один раз пальнуть успеет. Окна тоже отпадают. Не будем рисковать, зайдем с тыла, он нас там не ждет. Отвлекай его переговорами. Эй, парень! Ты меня слышишь? Ты что? Давай поговорим! Попробуем договориться! Что ты хочешь? Я хочу моторную лодку и полный бак бензина! Не дергайся! Понятно! Что еще? Я хочу 1 000 000 баксов мелкими купюрами! Где ж я тебе столько денег найду посреди Ладоги? Слышь, красавица, давай не умничай. Будет лодка, будет разговор. Будет тебе лодка! И бензин дадим! Обещаешь? Обещаю! Хорошо. Я подумаю! Думай быстрее, у тебя времени мало. Что-то ты, парень, долго думаешь. Багира у меня чиста. Хазар, заложники свободны. Остался один арбуз. Понял, сейчас иду. Ты-то мне и нужен. Отпусти девушку. А, сейчас. Только дернись. Я в ней дырку сделаю. Оружие на пол. Зря ты, парень, это придумал. Здесь я решаю, кому что делать. Оружие на пол. Где лодка? Ты о чем? Какая лодка? Моторная. Слушай, не зли меня, я сегодня нервный. На носу пришвартована. А вот ты меня на ней отведешь. Пойдем. Выходи. Чего ты, парень, в девушку-то целишься? Ты в меня целься. Не бери на понт, знаю ваши штучки. Ничего ты не знаешь, гниль помойная. Заткнись! Где лодка? А зачем тебе лодка? Ты и так не утонешь. Почему? Да потому что дерьмо не тонет. Ну все, ты меня достал. Иди сюда, золотая рыбка. Если рыпнешься, выпрошу обратно, понял? Милицейский катер уже на подходе. Сдадите этих орлов согласно списку. А вы? А нас тут не было. Понял. Спасибо. Бизон, хорош болтать, уходим!
Сейчас иду! Бизон, а по-настоящему как тебя зовут? А тебе? А меня зовут Марина. Эй, Ромео! Ну, мне пора. Ну что ж, счастливо вам. То есть тебе, Бизон. Ну, это лишнее. Пока. Пока. А, ты все-таки с нами? С вами, с вами. Тогда домой.